Наконец-то! Наш первый поцелуй. Это так романтично. Эй, а это еще зачем, детка? Вообще-то, это похищение. Чувствую, сегодня будет отличный денек. Так, стоп, какое знакомое лицо. Самый разыскиваемый преступник в городе? Попасть в руки полиции? Не помню такого пункта в списке своих дел. Где мой маркер? Эй, мистер, что это вы делаете? Просто рассматриваю портрет, сэр. А ну-ка, снимите очки. Какие-то подозрения? Я чист. Как горный родник. Да вот же он. Бедняга совсем ничего не подозревает. Руки вверх. Вы арестованы. Ух ты, сработало. Удачи в тюрьме, парень. Больше всего на свете Амелия ненавидит бандитов. Днями напролет она изучает приемы самообороны. Вау! Если бы я умела так круто драться... Последний раз тебе повторяю. Тия! Больше ты не будешь ошиваться рядом с моим домом. Боевой дух на высоте. А вот и наш старый знакомый. И что это он удумал? Похоже, Тайлер снова за старое. Ауч, а это больно. Вот так встреча. А-а-а! Нужно срочно уносить ноги. И куда это мы собрались? Помогите, спасите. Ох, и зря ты это сделала. Вау, какой красавчик. Кажется, кто-то влюбился. С тобой хоть на край света, милый. Теперь ты будешь жить здесь. Ух ты, он уже привел меня к себе домой. А вот это было грубо. Сиди тихо, и тогда я сохраню тебе жизнь. А это для надежности. Если ты еще не поняла, то ты похищена. А вот и я. Фокус-покус. Это было слишком легко. Магия вне Хогвартса. А ну-ка, иди обратно к батарее. Я не потерплю такие выходки. Тоже мне, Гудини. И не смей трогать мои вещи. Я слежу за тобой. Пиу-пиу! Сдавайтесь, мистер похититель сердец. Это не игрушки. Ну что за непослушная девчонка? А может, не надо? Так-то лучше. Теперь ты точно никуда не убежишь. Помогите! А это для звукоизоляции. Посмотрим, как они выполнят мои требования. Все готово. Если хотите вернуть Амелию, гоните деньги. Осталось найти конверт. Так-так, что тут у нас? Ух ты, тайное послание. Пожалуй, я его немного отредактирую. Вот так, приглашение на свадьбу. Это будет чудесно. Упс, а вот и жених. Да-да, милый. Не забудь отправить приглашение моей маме. Вернусь через 5 минут. Вот и все. Пути назад нет. Эй, что здесь происходит? А вот и я, любимый, твоя невеста. А это еще кого принесло? Сюрприз! Мы получили ваше приглашение. Какое счастье! Поздравляю, парень. Отличный выбор, поверить не могу. Я выхожу замуж. Кто-нибудь объяснит, что здесь происходит? Вы же сами прислали нам это. Мы станем мужем и женой. Поцелуй же меня скорее. Довольно. Все гости вон. Свадьба отменяется. Приличные жертвы похищения так себя не ведут. И никаких теперь. Жили они долго и счастливо. О, ну и денек. Пора освежиться. Амелия уже тут как тут. Ну надо же, Тайлер оставил свою маску. Я люблю тебя, Амелия. Оставлю-ка любовное послание. Так-то лучше. Кто тут крутой парень? Это будет напоминать ему обо мне. С легким паром, Тайлер. Эй, почему тут дырка? Сердечко. Я знаю, чьих рук это дело. Салют, мой милый. Беги, Амелия, беги.
Амелия уже начала привыкать к жизни в заключении. Как же хочется есть. Тайлер, проснись. Кто здесь? Эй, ты меня до смерти напугала. Вот твой завтрак. И это все? Сам ешь эту засохшую печеньку. Ну что еще не так? Требую нормальной еды. Ладно, твоя взяла. Сейчас схожу в магазин. Что-то его долго нет. Чем бы заняться? О, а это что за странная коробочка? Ух ты, противогаз. А Тайлер, смелый парень, надо бы расчистить пространство. А то здесь так много пыли. А эти постеры прошлый век. Не помешало бы обновить интерьер. Осталось только вынести мусор. Эй, это что за подарок небес? Да это же мое оружие. Эта девчонка невыносима. Мисс, у вас большие проблемы. Наконец-то ты вернулся. Как тебе мой уютный уголок? Тут есть все, что мне нужно. И даже мои любимые пионы. Так, это последняя капля. Держи себя в руках. О, Тайлер, ты настоящий добытчик. Мистер Прихватка, вы мне поможете? Опля, что тут у нас? Вот вкуснотища. Но это еще не все. Хлеб! Спасибо за помощь, мистер Прихватка. Сейчас приготовлю такой завтрак. Тайлер сразу же в меня влюбится. Жаль только, что я не умею готовить. Кажется, ингредиенты нужно смешать. А теперь как следует все это прожарить. Кушать подано. Бон аппетит. Тайлер, я приготовила для тебя свое фирменное блюдо. Тебе обязательно нужно попробовать. Ты что, решила меня отравить? Не хочешь по-хорошему, значит. А теперь за маму. Ну же, Тайлер, открывай рот пошире. Обещаю, что буду готовить для тебя каждый день. Первое совместное ограбление. Похоже, здесь понадобится отмычка. Эй, ты, подойди-ка ближе. Наконец-то поцелуй. Ага, вот она, шпилька. Сработало. Веди себя тихо, Амелия. Не с места. Это ограбление. Вау, мы идем в гости. Где деньги? В шкатулке. А это еще кто? Приветики. Эй, леди, а как насчет дружеского селфи? Улыбочку и еще разок. Похоже, что Тайлер чувствует себя как рыба в воде. А может быть, я нас сфотографирую? Отличная идея. Нужно звонить в службу спасения. Здесь пусто. О, от настоящего профессионала ничего не утаить. Эй, и что это мы удумали? Грабитель заплетает мне волосы. Почему вы смеетесь? Это больше не понадобится. А ты живо за дверь. Мэм, даже не думайте вызывать полицию. Плохая идея оставлять Амелию одну. Вау, какая пушка. Сдавайтесь, господин офицер. Пиу-пиу. Какая странная девушка. С ней явно что-то не так. Я тебя предупредил. Амелия, что ты делаешь? О-оу, у нас проблемы. Это полиция. Всем стоять. Они не могли далеко уйти. Стойте, господин полицейский. Пожалуйста, арестуйте меня. Я сознаюсь во всех своих преступлениях. Что ж, сынок, поехали в участок. Куда же ты, любимый? Ну вот, он не ответил на мое предложение. Что за несправедливость? Понравилось наше новое видео? Как думаешь, удастся ли Амелии влюбить в себя похитителя? Напиши нам об этом в комментариях. Ставь лайк, подписывайся на наш канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые смешные истории на канале Трум-Трум Вау.